Получить деньги на развитие своего дела стало проще. В Ульяновске открыли единый центр соцконтрактов. Благодаря ему получится избежать ходьбу по различным инстанциям и волокиту с документами. Все решения теперь можно получить в одном месте. Бывает такое, что человек прописан, например, в Инзенском районе, проживает в городе Ульяновске, и раньше там, для того, чтобы подать социальный контракт, ему необходимо было съездить в Инзу. Сегодня он придет вот в этот единый центр, где у нас работает 3 специалиста, получит всю необходимую помощь, консультацию, ему помогут определиться с выбором направления реализации социального контракта. Каждое из направлений поможет выйти из трудной жизненной ситуации и увеличить свой доход. Основные направления социальных контрактов остались прежние. Это развитие подсобного личного хозяйства, помощь в трудной жизненной ситуации, поиск работы и открытие своего дела. Заключить соцконтракт не составит большого труда. Специалисты сопровождают на каждом этапе от сбора документов до подписания контракта. Я все делала совершенно одна. Я собрала список документов, я его посмотрела на сайте, который мне дала знакомая. Ну, собрала, заполнила бизнес-план, мне его одобрили, и потом я уже пришла вот в соцзащиту и на подписание там. Да все, в принципе, понятно. Собираешь документы, приходишь, заключаешь контракт, и тебе сразу же дают первую выплату, а потом перед трудоустройстве еще дополнительные стимуляционные выплаты для того, чтобы, ну, как сказать, ну, после длительного перерыва безработицы войти в колею. С 1 июля сумма контрактов была увеличена. На открытие своего бизнеса максимум можно получить 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей. Находится новый центр на улице Карла Маркса, 19. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.